Всем привет! Сегодня Super Love Radio встречает актеров сериала «Игра престолов». Торопись увидеть, ведь зима близко. Я ничего не знаю об этом сериале, и мне я пришел, чтобы посмотреть на этот ажиотаж. Я очень рад, что я выиграла. Я давно мечтала посмотреть на актеров, посидеть на троне, сфоткаться со всеми. Спасибо, Love Radio. Огромное спасибо, Love Radio. Спасибо, Love Radio, большое за этот конкурс. Вообще, все супер, спасибо. Я бы вышла замуж за Джейми Ланнистера, но он принадлежит не мне. Конечно, страстная, прикольная, красная женщина с красными волосами. Но вы знаете, я читала большой репортаж о том, что после того, как вышел этот сериал, актер, который играет роль карлика Тирина Ланнистера, стал секс-символом. Я бы вышла замуж за Тирина, меня ничего не смущает. I love Tyrion, Peter Dinklage, the short guy. He's probably my favorite. I love him. Секира была нелегкая, скажу честно. Джон Сноу фантастически владеет мечом. Между нами девочками один разок-то он мне цепочкой-то заехал по лицу. Я, конечно, поддался ему, Антон, что уж тут говорить. Ум заостряется от книг, словно меч. Зима будет долгой. Hello to Love Radio, and thanks for listening. Юрий Колокольников, Love Radio, Игра престолов.